В Твери выбрали лидеров года. Одноименная премия признательности клиентам вручалась акционерным обществом «Атомэнергосбыт». В торжественной обстановке руководители энергосбытовой компании наградили те предприятия, которые продемонстрировали устойчивое развитие, ответственную платежную дисциплину и активную позицию в реализации социально значимых проектов. Минувший 2020 год стал проверкой на прочность едва ли не для каждого предприятия Тверской области, независимо от сферы деятельности. Разразившаяся пандемия коронавируса, последовавшие за ней ограничения, финансовые сложности и потери. Впрочем, экономика Верхневолжья сумела выстоять в этот непростой период, а некоторые тверские компании нашли возможности для развития, увеличения объемов выпускаемой продукции, расширения производства. И все это время их надежным партнером и другом оставалось акционерное общество «Атомэнергосбыт», которое обеспечивала надежное и бесперебойное энергоснабжение всей региональной инфраструктуры. Итоги совместной деятельности были подведены на ежегодной премии признательности клиентам «Лидер года». Люди приложили максимум усилий, чтобы обеспечить исполнение договорных обязательств как перед нами, так и другими своими контрагентами. И мы со своей стороны решили отметить этих людей, которые внесли максимальный вклад в развитие энергетической инфраструктуры, как Тверской области, так и нашей страны в целом. Премия «Лидер года» вручается в Тверской области организациям и предприятиям, которые продемонстрировали устойчивое развитие, ответственную платежную дисциплину и активную позицию в реализации социально значимых проектов. В этом году компании Верхневолжья были отмечены в 5 номинациях. Так, в номинации «Стойкость года» за слаженность и стабильность в период пандемии было отмечено общество с ограниченной ответственностью, группа компаний «Гексани тканные материалы». В прошлом году предприятие сумело перепрофилировать свое производство и начать выпуск средств индивидуальной защиты, в которых так остро нуждался наш регион. Как показала практика общения с нашими, скажем так, партнерами по нашему бизнесу, что и нам рекомендовали, что это достаточно надежный партнер, очень интересная компания, и работая с ними, мы подтверждаем, что это классная компания, мы будем продолжать с ними сотрудничество и развивать его. То есть от них поступают очень интересные предложения, от которых не можем отказаться. В номинации «Надежный партнер» за поддержку и развитие цифровых проектов акционерным обществом «Атомэнергосбыт» был отмечен ряд крупных энергетических, сетевых и ресурсных предприятий Верхневолжья. В их числе МУП «Тверьгорэлектро», который отвечает за электрическое хозяйство областной столицы. Мы действительно очень долго и плотно взаимодействуем с «Атомэнергосбытом». Я считаю, что это лучший, наверное, гарантирующий поставщик на территории Тверской области, где у нас полное взаимопонимание есть. И у нас на перспективу с ними есть ряд проектов, в том числе и по энергосбережению Тверского региона, в том числе по автоматизации учета электрической энергии. Также партнеры «Атомэнергосбыт» были отмечены в номинациях «Стабильность», «Инновации и эффективность. Новые горизонты». Это предприятие сельскохозяйственной отрасли, промышленности, сферы торговли. Со всеми своими клиентами гарантирующий поставщик охотно делится компетенциями, знаниями и опытом, предлагая им передовые сервисы и услуги.